Короче, пацаны, чтобы пройти сложный автопаркур, не надо просто ошибаться. И все. Нужно все делать идеально. И не заходить. И без ошибок. Карту. Да. Это будет ваша главная ошибка. Да. Эй. Я, кстати, не повыебывался, если наушники взял беспроводные. Тут классно. Какие? А эти Xiaomi. За 2 рубля. Вот. Ничего такие, ну звук говно. У всех так. Ну у меня тоже, но и на стриме нормально. Странно. Вот и факт. Дискорд нормально, потому что он не через DS на стриме. Может, дискордик? Ну да. Наушники взял беспроводные Xiaomi, короче, прикольные. Вот. Ай, господи, Apple-овские лучше взял бы. Да нахуй бы они нужны, блядь. Да, ну что то, что-то говно, ну серьезно. Нормально не говно, хорошие наушники. Да говно. Да говно. Отлично. Они у них у всех, блядь, микрофоны говно, потому что, блядь, они находятся возле уха, а рот, блядь, не возле уха находится. Поэтому у них у всех, блядь, а так по звуку все охуенно. Вот. А я клубника-боксер теперь, понятно? Все равно могу всех откиякать. Ты же был каратистом. А вот был, а вот все теперь. Профиль сменил. Теперь ты боксер? Да. Поднялся в ранге? Да. Повысили? Да. Жили-были три поросенка. Ниф-ниф, наф-наф и Асьмучка. Брат азиат. Азиат, да. Поросенок азиат. Асьмучка. Аськасю сюда поти, да погнил. Однажды пришел волк, и он нунчаками так... Откиякал, блядь. Моё кунг-фу сильнее, чем твоё кунг-фу. Ну все, это срань на много лет, короче. Да нет, это сейчас таймера не будет опять. Постоим. О, таймер! До свидания. Циферки нам дали, наконец, с третьего раза, блядь, запустилась эта херота, ребят. FPS, короче. И мы поехали. Классная гусевая карта. Третий счастливый. Я ебать, там же чекпоинт надо было взять, наверное. Как Жигуль, блядь, заводили. Ну то да. Так, это я так понимаю, все чеки, да, дальше. О, я уже вижу. Да, все чекпоинты мы собрали, теперь к финишу едем просто. Ну все, до свидания. Одна чек типа или что? Нет, они мы шутим же. Чё ты ссышь сразу, эй? Ты когда такой ссыкухой успел стать? Ты чё там делал с такое времени? Где ты пропадал? Извините. Раньше такой, да изи, сейчас все пройду, а сейчас что не гонку, блядь? Ой, не все, ой, хватит. Ой, страшно, ой, боюсь. Чё-то флип пока ни разу не получился. Да сейчас получится. Там еще один потом. Что с камерой послучилось в GTA? Не знаю. Она какая-то поломанная, чешо. Да нет, ты отвык просто. В реале просто по-другому камера, блядь. Да? Да. Ты слишком много времени проводишь в реальной жизни. Фу, осуждаю. Извините, пожалуйста, парни, я справлюсь, честно. Нельзя так. Бросил наше задротное братство, блядь. Шлялся там где-то. Веселился, блядь. Веселился я пиздец, конечно. Во, флипнулся, так. О, я за филипнул, да блядь, не филипнулся, сука. О, второй сделал. Молодец. Еще флип, давай. Да, когда там еще флип, потом да? Разворот, еще потом еще да, флип, все, еще сок, сука, так, так, так. Там два идеальных было. Члена, типа. Флипа? Да, флипа. Ёб твою мать, это что такое? Тебя пиздец. А помните развороты, как вот типа полутруба, там с бустерами на обстакле не развернуться? И чё? Ну вот тут. Оп. Я это не умею делать. Флипы есть. Ай. И наверх. И наверх, и наверх. Тёма, я тебя встречаю. Здорово. Молодец. Изи чек вообще. Поехали, шо я тут? Покажу. Так, прутики, флипчики там какой-то. Флипы, потом этот разворот дурацкий. А, там еще разворот где-то? Да, что-то такой, знаешь, типа труба на обстаклине. А чё за... Очень дурацкий разворот. А чё за переезд такой? Через тоненькую дырочку надо протиснуться? А я вот не... Или... Я не, срезать я просто? Переезжаю. Я так переезжаю. Мне тоже кажется, типа надо так, да, сверху. Типа срезать. Я отлип просто от этой штуки и... Блядь. Ты отлип? Киркоров? Да, отлип Киркоров. Понял. Так, эта труба мне так, даст еду, или нет? Еду. О, труба дала. Так, флип. Бля, Тём, мы приехали. Ё-моё.
Все, это пиздец. Флип! Сука! Мразь какая, бля. Говорите, что там после этого всего. Нет. Не надо, молчи. Просто отреспамься и посмотри вверх. Просто молчи, блять. Ну, пожалуйста, отреспамься и посмотри. Не хочу я смотреть вверх. Ну, пожалуйста. Не хочу, и мне будет страшно. Смотри, вот просто посмотри вверх, отреспамься. Да нахрена. И что? Видишь там тоненькую? Вижу тоненькую, и чё? Я не понимаю, что это за тоненькая. Это уже когда ты все. Ну, это флип по тоненькой, типа. Да. Это все один чек. Это здесь же, на этом же чеке? Да. Блять, все, можно выходить, да? Мы пришли. Ебаб, куда ты? Ебаб? Да. Это брат Кебаба? Это, ну, небрачный сын. Ебаб. Ебаб Олегович. А что звучит, кстати? Ну, сына так называть не буду, пожалуй. Ну, почему можно? Ну, хули. Ну, в смысле, не по паспорту, а просто так называть. А, ну... Ебаб, иди сюда. Ебаб Михайлович будет нормально. Ну да, Ебаб, кстати. Ебаб Михайлович, кстати, звучит, ничего себе. Да. Короче, пацаны, чтобы пройти сложный автопаркур, не надо просто ошибаться, и все. Нужно все делать идеально. И не заходить и без ошибок, карту. Да. Это будет ваша главная ошибка. А что за стики? Да. Эй. Блять. И все на этом. Это что? Это куда? А, тут такой флип, я понял. Не разворот дурацкий. А, дурацкий, понял. Ай, конченый, сука, снизу вверх надо было. Блять, сука. Не, вот угол порезче беру, да, снизу, кстати, полегче заезжать. Чё, какая шоколадка? Тебе получается в первую вот сюда и вот сюда, и вот так вот. Во, отлично. Я потом теряюсь. Классная траектория. Все, я нашел классную траекторию себе. Спасибо, что объяснил, конечно. Ну я в первую заезжаю, короче, в нижнюю в самую заезжаю и... И пропал. Да иди в жопу, блядь, заебал. Не пойду, давно не было, кстати. Вот это он, блядь, слышит, сука. Блядь. Пидорас. Ну не виноват, проверка связи. Глухня двухкомнатная, блядь. Сука. Че двух, может трех? Не знаю, просто. Мне так захотелось. То есть по нижнему ряду, короче, вторая дырка вверх, и по диагональке там прям ровно-ровно приезжаешь туда. О, точно. Да ты, блин, только блядь, я в последний против меня потом. Так, тоненькая. Удачи. Попозже. А-а-а, почти что, блядь. Ну, кстати, несложно на самом деле. Не так уж и страшно, как казалось. Блин, одно и то же, когда ездишь так монотонно, потом уже глаза добавятся. Чё? Точно в игру играешь? Да. Цитата дня. Если сухой кекс, можно добавить звучонки. Ты, блядь, к чему? Просто прочитал. Начинает оценивать юмор. Лена написала. Чтобы подзатыльник не получить, да? Понятно, ясно. Не, не подлог. Блять. Сука, улетел. Душка, это лапша, вообще-то. Если шо. Оп! Оп! Так. Идеальный флип. Идеальный флип. Красавчик. Кто тут, блять? А? Кто тут красавчик? Кто тут красавчик, блять? Кто тут чекпоинт взял? А, блять. Ты чё? Ля какой. Полетели. Поехали. Оп. Чудо-углы. Не сумери, малыш, чудо-углы. Кстати, ребят, вот помните, я вот не так давно говорил, что если будут флипы по тоненькой, вот под такими конченными углами, то я выйду нахуй с карты. Просто, блять. Сразу. Вот. А еще я говорил, что поехал, я постоянно вру. А, я поехал по первой. И вторая. Хуй. Хуй. Уу, и сюда. Оп, и поехал. Блять, почти. Это было близко сейчас. Экстрасекс, я просто как бы. Экстрасекс? Да. Да. А кто тебе это сказал? Мама. Да.
Причем, пока я думал сказать эту шутку, ты вместо меня ее сказал. Я такой типа думаю, бля, говорить нет. Зашкодь, чтобы шутка была пиздата, надо было сказать твоя мама. Эй, ну что вы? Давай, давай! Даю, даю! Блядь! Оп! Оп! Ну я же не Маврин, мне так не залачит. Конечно, блядь! Сука! Чё? А ты? А у тебя, кстати, почти ситуация была похожа. Да у нас у всех разница всего в чек. У каждого от каждого. У каждого от каждого. Что я сказал? У каждого от каждого. Сам не понял. Ну, типа паровозиком, я понял. Ну, не пидорным паровозиком, а нормальным. Такой чух-чух чисто. Да, чисто чух-чух. Там разница в методах стыковки просто. Так, а можно в Дискорде подальше от Тёмы переместиться? А я далеко, все хорошо. Эти паровозики ваши, что я переживаю. Да не боись, там не так уж больно. Так, мне бы вверх списка как-то переименовать, пожалуй. Хочешь быть паровозом? Я хочу быть главным, а не замыкающим. Так какая разница, это ж паровозик. Там в том-то и смысл. Печь испортил. Да, булка, блядь, не портишь шутки. Давай, давай. Оп! Ить! Да, в смысле? Это даже хуже, чем я сделал. Даже хуже, Тём. Не хуже, а круче. Я хотя бы там где-то скилл какой-то, да, алё, проявлял. Ты просто закинул. В смысле закинул? Это знаешь, как выравнивался? Просто, она боком приземлилась, алё. Два дебилушки просто прошли кое-как этот чек. Может, так и задумывалось, не знаю. Добро пожаловать, дурачечку. Короче, слышишь? Гусь. Ебаш элемент точно такой же, только стенка должна быть в конце тоненькой. Чтобы ее никто так не проехал, чтобы вот так вот проходили, как мы с Мавром. Да, что ты, зачем ты ему советы даешь? Хорошо же проходили, все было нормально, ну. В смысле, а как ты стенку будешь перепрыгивать? Как я сейчас, блядь, перепрыгнул, дебил. Посмотри, как я сейчас, блядь, перепрыгнул, вот так и перевод это. Это новый элемент. Ебушки, колотушки. Да чё, мощно, нормально прошел на скеле, ну чё вы, эй. Я такая же. Вообще на скеле сейчас вытянул просто, красиво, блядь. Заэквилибрировал твою карту, понял, гусь? Иди в жопу, блядь, булка, цейбал. Мутно. Это прутики. О, так, как это делать? Мне кажется, сильно вот так, надо. Оп. Оп. Блядь, чуть-чуть не хватило, сука. Не, причем не специально, меня опять рандомно занесло, и как бы повезло. А, понятно. Во, все есть. Так, что там? Просто палки? Я. Ой, блядь, сука. Вот на второй что-то вниз я не съехал. А я ее прям срезал, понял, сверху, чтобы... Так меня не бустануло, она же там ползет и ползет, как ты там рулить будешь по прямой. Блин, а куда там, там еще обратно, короче, ехать куда-то? Я вот не знаю, куда, не видно отсюда. Вообще не понимаю. Ну ладно, вместе посмотрим. Так же интересно. Так, еду. Труба. Да, сейчас ко мне приедешь. Ну, чё тут? Чё тут? Вот, планочка, поднялся. Вижу какую-то планочку. Что здоров. Это за домик, блядь? Это разворот. Я в домике. Заебись, блядь. Нихуя себе. Надо ещё обратно ехать, ты издеваешь. А чё так сложно? Можно было просто плашку поставить какую-нибудь, всё. Так, а где там выезд-то, блядь? Ещё обратно ехать. Сука, выезд. О, вот он выезд. Вижу, разгоняемся. Я поехал обратно, ладно. Это вот это вот все, вот это вот все. Бля! Тёма! Сука, я не проехал. Тёма. А что там дальше? Подожди. Так, прутики по прямой и все. Я понял, да. А, в домике опять. Да в смысле, ты не прошел? Да. Я прошел и вернулся. А, ты обратно вернулся, я понял. Давай. Да, там можно. Жди, накрывай на стол там пока. Я накрываю сейчас. Грей кроватку. Бутылка упала.
Сейчас, сейчас я накрываю. Блять! Сука. Не дополз. Ой, так, папочка дома, блять. Метеор просто вообще. Ку-ку. Папочка дома. Здравствуйте. Здорово. Ну давай, показывай. Чему ты научился? Что тебе, блядь, показывать? Блядь! Ты выпал с другой стороны? А, ну ты-то прошел, ладно. Ты-то прошел. Блядь! Блядь, блядь, вот он. Так, сука. Вот это напутают элементов, блядь, кучу-кучу-кучную. И потом хер пойми где. Ай, ну ёб твою мать! Блядь! Чё рассказывал, интересно? Что я в домике, главное дырку не выпасть опять. Да, ребят, берегите дырку с молоду. Ну, ладно, суть была не такая, но... Как бы неважно. О, здоров. Сам здоров. Я будь здоров. Такая себе реклама. Так, блять, где вот выезд? Что-то вот, блин, мне вижу. Не нравится, что он, сука, так это... Напутает цветами всего. А, вот он, вижу. Так, и снизу вверх, вот так вот. Оп! Блять! Уголок! Есть, нормально. Живой уголок. Главное срезать. О, изи. Живой уголок. Ну ладно. Хотел выебнуться задом проехать? Да, я хотел, но не получилось. Ну ладно. Ты это видел, да? Так, что у нас здесь? Ну, я пока вижу только флип. Так, флип, подъем, там труба в трубе и разворот обратно, потом опять флип, потом прутики наверх, потом... Что? Все, один чек сейчас говоришь? Да, тут дохуя все. А, тут просто труба и все, смысл. Ну да, там просто труба, типа разворот такой. Ну потом обратно, вот тут опять флип вот этот. И там потом какой-то длинный флип с перелетом будет с обстаклина. Ну, я буду решать проблему по мере поступления, смотреть. Ну ты там где? А, я еду, подожди, я там разглядывал красоту всякую вот эту вот. Здравствуйте. Здорово, поехали. Че, прям так, поехали? Так, надо флип прям делать, да? Ну да, обратно. Ну, обратно да. Флипаешься. Там вот заезд через тонику я видел. Не обязательно, можно срезать, блять, выше. Можно выше срезать. Сука, только ну, я не успел, блять, опять среагировать, потому что все, блять, такое коротенькое, пиздец. Как, ой, член, как она хорошо, блядь, цепляется после флипа на этой двойнушке, типа. Оп! Пугал меня! Ты виноват! Да! Ой! Ку-ку мне сделал, блядь. Бля, я заглянул в будущее. И чё? Тебе не понравилось? Да. Ты стал там... жирный и стрёмный? Не то будущее. А, да? Ну ладно. Ой, бля. Ну, ладно, я не буду говорить тебе. Ну и не говори, сюрприз будет. Посмотришь. Сюрприз, мазафака. Там опять 40 тысяч прутиков, да, наверное? Как это нет? В смысле, а где просто прутики? Флип. Это все одни прутики на чек? Что-то, блядь, гусь. Есть вопросы. Что за хуйня, блядь? Где мои прутики? Одни прутики на чек, это что-то как-то не... Это прям совсем не по-гусиному. Так. У тебя не получается прям. Так, флипчик есть. А дальше сейчас. А это чудо флипчик, я понял, я знаю, что это, блять. Да сука, мразь! А, еще прутики есть прутики, все в порядке. А, есть прутики, я чекнул, нормально. Да, все нормально, пацаны. Класс, ты дальше будущее. Все нормально, все в порядке. Все, старс не радость, мразь. Да, пиздец, все. Старперики, блять, скоро будем ссылочками на таблетки делиться. Да. Нихуй, блядь, прошел, о чем ты вообще? Нихуя себе, ты летун, блядь. Ты типа меня обогнать хотел? Да. Просто такая торпеда. Мимо, блядь. Я думал, не успею оттормозиться. Не получилось. Не фартануло. Вообще, блядь. Я не рассчитал, ты чё. Опасный ты. О! Первый флип, аллилуйя. Блять!
Че-то я перестарался, блядь. Че, кто? Я? Дуди. Да, я перестарался. И вроде сделал. Блядь! Блядь! Сука, занесушка! Ебана. Просто, блядь, занесло на прутиках, пиздец. Там рили, блядь, все коротенькое. Гусь, ну ты серьезно? Ты, блядь. Гусь в глаза долблюсь. Пара-бара-пам. Пам. Сука, пиздец. Вот это обидно было сейчас. Да ща пройдешь, смотри, проверяй. Да сейчас-то да, но нет, не сейчас. Эх, тебе приехал. В смысле? Ну вот так вот. А тут только эти флипы, да, и все? Потом. Да, все, да. Понял, там больше ничего нету. Осознал. Оп. Допустим. Вот откуда ты, блядь, все знаешь-то, а? Сейчас, говорит, пройдешь, сейчас пройдешь. Прошел? Я взял и прошел, да. Волшебный Гартман. Ой, Гартман, фу, блядь, в смысле. Запутался в Артемах. А ты хочешь сказать? Не, Гартман-то тоже волшебный, да. Гартман какой волшебный. Волшебный Артасер у меня тут это. Я запутался в Артемах. Ура! Да. Я прошел. Это финиш, ребят. Изи! 91 минут и все. И, всего-то. И все. И счастье. И кота вообще вонючего, непонятно. Ну все, теперь ждем Артема. Уу, волшебные вагоны. Магия Рокстара. Какие вагоны, ты че? Ну вагончики маленькие на полу в аэропорте. Тележки. Ну, тележки, да, вот эти. Которые без физики. Что за тележка такая странная? Ну, надо сначала немножко потеребить, а потом он будет работать. Потом все пойдет, да? Да. Все как в жизни. Сейчас будет, сейчас он, блядь, будет летать. О! Ля, полетел! Во! Во! Во, видал, вот это тоже летит. Тоже летит. Ну, низко, правда, к дождю, но ладно. Пойдет. Я бы к нему человека приклеил бы и запустил бы на орбиту. Пиздец, он тяжелый. Легче нам. Грузоперевозки от туристов. Почта России также контейнеры и пинает. Ну да. Ну да. А вось куда-нибудь долетит, да? Я не знаю, как оно у тебя отображается, но у меня тупо надо мной завис, короче, вагончик. А, да, висит, да, над тобой прям. Просто тупо висит, вообще его не знаю. Да, да, круто. Магия мне пугается. Это магия, это магия, это магия и волшебство. Уу! Так, у меня появилась цель. Вижу цель, не вижу препятствий. Я хочу его сбить теперь. Пам-пам. Пам-пам, блядь. А хули ты думал? Мой вагончик. Сука! Это раз какой, ну в смысле? Взял, отобрал у меня вагончик. Козел вообще. Вообще козел. Вот. Погнали, погнали, погнали. А, он финишировал, смотри-ка на него. Гад какой. Хитрый гаденыш. Я думал, мы по-хитрому возьмем сзади. Да. Думал, мы по-хитрому возьмем его сзади. Блять. Ну не знаю. Ребята, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, жмакайте колокольчик, а то Маврин придет и возьмет вас сзади. Так, я что-то не понял. Что за конкурсы такие? Я ничего не подписывал, да? Я ничего не подписывал. Пам-пам. Лайк поставить надо. Да. Я поставил. Классная карта. Гусь красавчик. Да.